Рост продуктивности, профилактика мастита и эндометрита, болезни копыт и другие недуги у животных. С ними нередко приходится сталкиваться сельхозпроизводителям. Использование антибиотика вызывает побочки, а многие импортные препараты на рынке не найти. Компания «Экогенез» предлагает уникальные лекарства для животных на основе стволовых клеток. Аналогов препарата нет во всем мире. Организм сам должен справиться с любой болезнью, но мы должны ему помочь, дать толчок, дать силу ему. Вот в этом случае как раз препараты активно работают. Это не химия, абсолютно это стволовые региональные клетки. Такие биопрепараты в России используют уже больше 4 лет. Производят их в Подмосковье на предприятии «Навистем». Их эксклюзивный представитель – алтайская компания «Экогенез». Она и поставляет полезную продукцию в наш край. Препарат у нас широкого спектра действия. В основном это сельхозживотные, конечно, в первую очередь. Потому что у нас аграрный край. Это для крупнорогатого скота, для моралов, для лошадей. Ну, естественно, и мы не обошли стороной мелких домашних животных, кошки, собаки и прочие животные. А эффект он довольно-таки очень хороший, и он не заставит себя ждать. Мы применили уже порядка 20 хозяйств в крае наши препараты, получили очень хорошие отзывы. Опыт применения препаратов «Навистем» показал, что у животных нормализуется иммунитет, быстро заживает мышечная и хрящевая ткани после травмы и операций, восстанавливаются кровеносные сосуды. При этом цены на продукцию приятно удивят покупателя.